За большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд наградили директора Яравской швейной фабрики Ирбека Тавказахова. Почетную грамоту Министерства промышленности и транспорта России от имени Дениса Мантурова вручил профильный министр республики. Напомним, Яравская швейная фабрика уже 50 лет занимается производством профессиональной одежды для разных отраслей. На предприятии на данный момент работают порядка 100 человек. Я считаю, в первую очередь, это награда не только меня как руководителя коллектива, но это награда, то есть это оценка труда всего коллектива Яравской швейной фабрики, который уже на протяжении 50 лет занимается производством различной одежды. Вот, поэтому я, конечно, рад и благодарен.